такое у нас дождливое утро перед первым туром, суббота, едем на регистрацию. Миша пишет заявку от руки, очередной косяк, жеребьев, ВК. Вот такая бяка у нас. Но хорошо, что перестало лить. Надо разложиться, сесть, и тогда пусть капает. Саню Ширку, 8 килограмм наловил, улов красивый. Тоже были крупные рыбы неподъемные, у меня один такой был и у него. Тоже 3 поводка. Край. Восемь сто. Пока делаем снасти, разбор полетов. Будет сейчас за ужином, все мокрое, все сушится. Немножко технически не были готовы к такому порывистому ветру. Раз. Трохи летели шоки, 25-е, 28-е. Надо было более жесткие палки, более толстые нарезки. Завтра нужно делать единицы в зонах, тогда только есть шанс догнать и перегнать конкурентов. Утро воскресенья, солнечно, но прохладно, ветрено. Ветерок должен к концу тура где-то там угасать, пока что сильный, будет еще сильнее.
Вот, выгружаем Саньку. У него крайний сектор А1, хотя этот крайний очень рыбный был вчера. Остальные все там у нас, получается, будет замес. Рядышком сидим с конкурентами. Будет бой. Мы отстаем на 9 баллов. Очень тяжело нам будет выиграть. Взвешивание. Немножко мы опоздали увидеть самые мощные веса Юры Лисовского там под двадцатку. Сейчас посмотрим. Я третий в зоне, стартанул хорошо, но потом не докормил, наверное, и прыгнул, убежал. Хлопцы идут расстроенные. Сыграли мы 2 серебра. Серебро на этапе и серебро. Странный. Где-то 11 баллов. И, ну, получилась разница с командой Фидербай. Правый сектор побеждает. Миха 6 в личке на этапе. Пятое место. Сумма баллов 4. Вес 14 900. Это что будет? Деревянная медаль. Это моя. Сумма баллов 4. Вес 19 190. Якубович Алексей. Моя медальчик. Буратино наша. И это только на асфальте. Это только на асфальте. Третье место. Гомин! Смеются они. Я говорю, что к Сане приеду, Чигиринское водохранилище взорву, дамбу спущу, нафиг, чтобы его не было там. Прошу эти слова занести в протокол. Пошли, пошли. Итоги чемпионата в целом. Четвертое место. Команда Окей. Третье место. Команда РС Гомель. Второе место. Команда Флагман. Первое место. Команда Фидербай.
А личка? Личка! Десятка! Десятое место, Якубович Алексей. Я сделал это! Девятое место, Аверкин Андрей. Восьмое место, Головин Олег. Я опять десятки. Седьмое место, Майский Евгений. Шестое место, Федюнин Александр. Пятое место, Костечка Михаил. Четвертое место, Ширко Александр. Ай-яй-яй. Третье место, Матюшков Игорь. Второе место, Лисовский Юрий. О! Чемпион Беларуси! В республике предварительно становится Ридель Евгений. Вау! Феномен фидерный! Охренеть! Ребята, ребята! Вот это да! Побудьтесь предварительно, потом там весь раз как это он делает? Памперс у кого-нибудь есть? Блин, зажег. Хорошее начало. Благодарность Норманду Грабовскису за участие. Все этапы прошу. Сделал наш чемпионат международным. Раз, два, чемпион! Блядь, ушел! Ура! Давай сюда! Кнопку не зарядили, повторить! Ребята, это точно? Дайте ему кубок какой в руку. Нету ничего? Ну, предварительно. Бля, ну класс вообще. Толкай, иди его туда. Давай, команда, будешь знать, как чемпион. Ты не то, что это такое, его там скучно будет. Чурчу, ничего. Красавчик. Давайте, раз, два, три.